Финансирование зауральского спорта каждый год растет. Вместе с ним растут и результаты наших спортсменов. За 2016 год на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях спортсменами Курганской области завоевано 1111 медалей. Это на 281 медаль больше по сравнению с 2015 годом. В том числе 389 золотых, 377 серебряных и 345 бронзовых наград. Сельские спортсмены из Зауралья успешно выступили на всероссийских зимних сельских спортивных играх. Они стали победителями в своей группе и заняли среди всех регионов итоговое четвертое место. В состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта входят более 50 представителей Курганской области. Министерство спорта определило базовые для Курганской области виды спорта. Ими стали бокс, легкая атлетика, самбо, тэквондо, пулевая и стендовая стрельба, тяжелая атлетика, спортивная борьба и биатлон. Всего начиная с 2011 года по настоящее время бюджету Курганской области на развитие базовых видов спорта из средств федерального бюджета было направлено почти 30 миллионов рублей. Достижение высоких результатов обеспечивает не только упорные тренировки спортсменов, но и самоотверженный труд их наставников. Сколько они получают? Среднее значение заработной платы тренерского состава спортивных школ в Курганской области по итогам 2016 года составило 19 350 рублей, что соответствует утвержденной в Курганской области дорожной карте. Заработная плата зависит от квалификации тренера и уровня решаемых им задач. Так, средняя зарплата тренеров, работающих на начальных этапах спортивной подготовки, колеблется в диапазоне 9-12 тысяч рублей. Средняя зарплата тренеров, осуществляющих подготовку кандидатов и членов сборных команд Курганской области, составляет около 25 тысяч рублей. И зарплата тренеров, работающих на высших этапах спортивной подготовки, прежде всего с кандидатами и членами сборной команды России, составляет от 30 до 40 тысяч рублей. Губернатор Курганской области поставил перед спортивным управлением задачу. Нужно сделать таким образом, чтобы те деньги, которые выделяются, в первую очередь, конечно, все индикаторы должны своевременно выполняться. И нареканий со стороны спортивной общественности просто-напросто не должно быть. Елена Шевкунова, Николай Волков, Вадим Бутаков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».